Всім доброго здоров'я і щастя. Якщо зараз пройти по Дніпру і запитати у містян, кого із заступників Івана Куліченко ви пам'ятаєте, прізвище, там, ім'я, кого ви можете назвати, ну, напевно, більшість назве пана Анатолія Крупцього, тому що це був перший заступник і завжди на сесіях сидів поруч з Іваном Куліченко. Також, напевно, згадають там Володимира Медведчука, адже прізвище співпадає з прізвищем українського політика. Віктора Медведчука, і, можливо, там думали, що вони якось пов'язані, хоча насправді це не так. І на третьому місці, я переконаний, кого згадають дніпряни, це буде Ірина Зайцева. Адже пані Зайцева протягом багатьох років, коли була заступником Івана Куліченка, відповідала за гуманітарну сферу, ту сферу, яка так чи інакше торкається кожного дніпрянина, який займає активну життєву позицію. Це культура, освіта, молодь і так далі. І сьогодні у нас в гостях саме Ірина Зайцева, заступник міського голови Дніпропетровська у 2006-2015 роках. Ірина, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Ірина, протягом 9 років, коли ви працювали у мерії, ви відповідали, координували гуманітарну сферу міста. Що вона собою являє, що включає ось гуманітарна сфера, який напрямок гуманітарного розвитку міста? Без освіти, бо я керувала освіта культуру. Освіта не була, освіта окремо. Можливо перейти, да, на російську? Як вам зручно, давайте, так. Як вам зручно. Ну, тоді так. Я ж була ще й депутатом міської ради, була керівником депутатської комісії. І, переходя тепер на русский язык, я имела отношение к образованию с точки зрения как руководителя комиссии депутатской по культуре, образованию и спорту. А как чиновник я отвечала за развитие спорта и за отрасль культуры. Я небольшой кусочек времени курировала торговлю. Ну и торговлю. Да. То есть, ну, знаете, как бы мне, с учетом того, что я была представителем конкретной же политической силы и не собираюсь как бы прятаться за прошлые времена, я была одно время замруководителя фракции, то есть я, как правило, была, да, я принимала решения по многим вопросам с точки зрения, ну, как бы политической ситуации, потому что для того, чтобы провести любое решение, для того, чтобы принять любую программу развития городскую, будь то комунального хозяйства, будь то дороги, ліфти, школи, там, театри. Все одно це треба було обсуждати з депутатським корпусом, який голосував за кожну програму. Це і у 2006 році також необхідно було? Да. Якщо зараз спитати, чи хтось повірить у те, що у 2006 році, коли там при владі була партія регіонів, необхідно було щось обговорювати, ніхто скаже, що ніхто нічого не обговорював, все... Вы знаете, 2006-2009 год, это как раз был самый такой демократический состав городского совета, потому что, ну, во-первых, тогда было 20 из 100 человек, 25 депутатов только партии регионов. 100 было, 120? 100, наверное. 100, 100, потім, да. Було потом 120. Было 120, да, или наоборот. Ну, в общем, сейчас давайте не я. Ну, це, да. Ну, було і там то есть, смотрите, на самом деле была очень большая фракция Бюта, а это такие были зубры, знаете, что там мышка бы не проскочила. Это достаточно политизированная, очень идеологизированная партия. Было мощное представительство громадской силы Загида Краснова. Ну, Загид туда Краснов, пришли, конечно. Туда тоже пришли очень крупные бизнесмены, было очень много знаковых людей, людей, которые построили здесь бизнес, крупный бизнес в Днепропетровске, ну там Здесенко Андрей, то есть были такие люди, которые, ну, которых, ну, там руководитель ДАФИ у нас был, понимаете, ну то есть это были люди, которые сами прошли большую, ну, жизненный, большой жизненный отрезок, что-то сделали, что-то построили,
имели очень четкую позицию, потому что, допустим, даже в нашей партии, это же еще времена до такой тотализарного какого-то, ну, я не знаю, Януковичева строя, когда он со своими детьми решил всю Украину прибрать. То есть это была как раз, наоборот, демократическая, потому что после Бюта, на тот момент же был, мы были в горсовете, ну, как бы не в большинстве, но руководила правительством Юлия Тимошенко. То есть партия не была у власти. Мы были, наоборот, в оппозиции к кабинету министров. И вот это время было самым плодотворным. Я, если ну, у нас получится с вами дискус, то я скажу, потому что не бывает плодотворных, очень умных, очень правильных решений при монобольшинстве. Ну, не бывает при режиме одного правителя, не бывает при, скажем так, тотальном, не знаю, коррумпированном, контролированном чиновничьем аппарате. Такого не бывает. То есть, где много партий, где много ярких лидеров, там, извините, мышка не проскочит. Там приходилось стоять перед депутатами городского совета и доказывать, зачем нужны спортивные школы. У нас тоже такой был... Ну, вот вы кажете, там найкращі часи, там 2006-2010. Да, 9-й, да. Ну, тоді основні такі, ну, в міській раді була певна більшість. Це була партія регіонів та громадська сила. Да. Тоді там Загір Краснов був в певних таких добрих відносинах з паном Царьовим. І якщо там, ну, такі байки ходили, якщо треба було вирішити якісь там земельні питання, щось виділити, необхідно було вирішувати це в робочому порядку, через от... Ну, я думаю, что это правда в большинстве своем. Там еще было СДПУ. Они да, СДПУ, только... да, 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 да. Там у нас были, да, да, там земельную комиссию прибрали к рукам, там сразу. То есть заходили люди, которые, ну, наверное, понимали, чего они хотели. Как раз в нашей партии было больше таких, как я. Было больше все-таки альтруистов. И поэтому, именно поэтому произошел как раз перелом в 2006 году. Потому что тогда городской совет, в марте избравшийся, свою первую сессию провел только в сентябре. Не могли договориться. Не могли договориться, ломали, да, ломали правила, меняли программы, договаривали, что будем делать. Тогда депутаты очень много задавали вопросов, зачем нам спортивные школы, денег не хватает, зачем нам выделение, допустим, средств на покупку новых инструментов. Этот разговор начался в 2006 году, выделили только в 2008. То есть приходилось доказывать каждый шаг. И это была дискуссия, это была реальная политическая дискуссия. И более того, я вам хочу сказать, вот мы настолько были резки в суждениях политических, ну, допустим, БЮТ и там партия регионов. Это БЮТ до выборов 2007 года? Да, это 2006-2009. Да, Каратюк, был Гарик, была Соколов. Виктория Перебенис, Елена Бочарникова, Рыбалка был. То есть это, ну, там же, представляете, еще наша Украина еще была. И Пилипенко же, да, была тогда еще у БЮТе? Да, 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 Анжела Пилипенко тогда была в БЮТе, да. Вот, то есть, но у нас не было конфликтов личностных. То есть, понимаете, потому что тогда еще культура чиновников городского совета не была доведена до такого состояния, как сейчас. Добежал, украл и надо успеть убежать. Понимаете, вот такого еще не было. То есть еще была система выстроенная, где чиновник рос постепенно, проходил все ступенечки. Вот как вы привели Медведчука. Он был руководителем горсвета коммунального предприятия, потом перешел в департамент коммунального хозяйства, рос и стал целым замом по коммуналке, потому что это была самая серьезная отрасль. Тут не мог прийти человек с улицы, не зная, нигде, не понимая, где ливневки, где эти планы, где у нас проседает, где у нас оползни, где у нас обвалы, где у нас подтопление. Не мог прийти человек и сразу заниматься коммунальным хозяйством городским. То есть это очень сложная система. Управленцы не могут, понимаете, приходить с улицы, садиться на лавочку і починати вчитися. Нічого, ну, якщо він щось розуміє, якщо є щось у голові, клепки, то чому не можна? Ну, тому що для того, щоб стати спеціалістом, все одно потрібно час. Якщо ти приходиш управляти государством і починаєш вчитися управляти государством, то ти не управлінець. Ти пойди, пожалуйста, научись,
приди и сразу начинай управлять. То есть, понимаете, нельзя прийти. Ну хорошо, вы идете в больницу, вы хотите попасть к врачу, к специалисту. Ну вот у вас случилось ЧП, вас привезли в скорую помощь, вас оперируют, аппендицит удаляют. Вы выберете себе опытного хирурга или вы согласитесь на, ну не знаю, на студента, который вот ординатуру проходит сейчас, вот только закончил институт. Вы же, наверное, подумаете, сказать, та не, наверное, пусть придет дядечка с 40-летним стажем. Міміно, пам'ятаєте, Міміно, коли його посадили, то адвоката він обрав недосвідченого і переміг. Да. А знаєте, ви праві, тому що все не буває чорним, все не буває білим, все має багато оттінків, тому молодість, вот эта безбоязнь реформ, безбоязнь брати на себе ответственность, желание менять этот мир, это присуще только молодому поколению. Ум, опыт, скажем так, мудрость, какая-то такая человеческая смекалка житейская, это все-таки у более старшего поколения. Так вот, мудрость руководства любого, в том числе такого сложного организма живого, как город, потому что это живой организм, состоит в том, чтобы совместить это все. И дать возможность развиваться, то есть дать возможность приносить новые мысли, новые идеи, дать возможность их реализовывать и в то же время иметь вот этот, знаете, якорь, такой стоп, как кран, который будет все время сидеть тебе на плечах и говорить, это нельзя, здесь посадят, так нельзя, такой закон, такая инструкция, нельзя. Это же, ну, как бы, то есть это как раз должен делать классный руководитель. Да, Ірина, ну, загадала мы уже... Да. Давайте трохи ще про минуле і перейдемо там до більше наближених до нас часів. Казали, була дружня дискусійна команда у міській раді. 2010 рік головою адміністрації стає не Олег Царьов, який завжди тут був головою, і певні там опозиційні часи Партії регіонів, ну він був головою. Да, він возглавляв обласну організацію. Я пам'ятаю, він ще балотувався разом з Швецем у обласну раду, намагався перемогти, але потім там була кандидатура Вілкула, така більш-менш компромісна батька. Коли у 10-му році стає головою адміністрації не Царьов, а Вілкул. Багато хто з Партії регіонів не стали працювати, вони пішли там. З Вілкулом не стало працювати. Ви, тим не менше, лишилися. Ну, хтось, допустимо, вони казали, що з Царьовим більше було комфортніше, він був більше таким регіоналом, ніж коли прийшов Вілкул. Ну, більш демократичним, я вам скажу. Я зараз не буду нікого здесь, його ж тепер не модно. Ну, якщо б його тоді призначили головою адміністрації, його доля по-іншому б склалося, він би не втік до Росії. Історія не знає сослагательних наклонень. Вілкул – прекрасний управлінець. Він на той момент для області, це теж був глоток свежего воздуха, молодой, очень энергетичный, уже 20 лет производственного стажа, он же работал на крупных предприятиях, прошедший школу иностранных, скажем так, ну, я имею в виду школу иностранного бизнеса, да, то есть их же в системе Ахметова обучали, будь здоров, как. В СКМе. Да, да, в СКМе. То есть это такой был очень демократичный, очень прогрессивный, ну, достаточно молодой, и очень жесткий руководитель. С ним были большие, ну, как бы надежды у нас у всех. Но в этот момент во всей стране начали происходить ситуации, которые уже не зависели ни от меня, будучи я там всю жизнь была в своей партии в оппозиции ко всем, потому что, ну, у меня характер такой, такая жизнь. Я не собираюсь никому подыгрывать, никого там... не собираюсь, потому что у меня была своя идея, своя задача. Я стремилась доказать себе, своим детям, своим друзьям, своим близким, что возможен другой путь чиновника. У меня не все получилось. Но в этот момент в стране уже произошли другие вещи. С 2012 года вот эта вся комарилья Саши-стоматолога и вот Арбузовская, вот эта вся братья молодая, которая тоже, кстати, заскочила в том числе и на наших плечах. В вагон, вот этот золотой вагон, и начали всю страну разворовывать, растягивать. Они начали насаживать своих прокуроров, они начали утверждать своих начальников милиции. Тоже люди забыли, что такое закон. Это уже была другая страна, и это уже не была партия. Это уже была, извините за выражение, ОПГ.
И в этом ОПГ было очень много течений. Внутри самой партии происходили очень много течений, не согласных с этим. Ну, конечно, это не... Днепра, це якось торкалося 2012-2015 роки. Ну, ви були в партії регіоні, там Куліченко був. Ну, конечно. Куліченко було дуже тяжело. Я думаю, що для нього це були самые тяжелые годы. Вот 12-й, уже вот с 12 по 14-й, когда в конце 14 или в 15 году он ушел в НАТЭП, я думаю, для него эти два года были самыми тяжелыми. Потому что давление, которое оказывалось со стороны центральных органов власти, было колоссальное. То есть пришел мальчик из донецкого маленького городка прокурором. С ним или там пришла дама из маленького донецкого городочка прокурором области. Привела с собой всю вот эту донецкую, это же был анекдот. Ну что, их отлавливали и назначали прокурорами областей. То есть они абсолютно не заточены на, скажем так, на наши традиции, на нашу школу управленческую. Я сейчас не о коррупции говорю, а на управленческую школу. Им было все пофиг. Они реально себя вели как варвары. И я думаю, что в этом и была главная, скажем такая, ну, подоплека того, что народ поднялся. Потому что если партия себя так не вела, люди бы на улице не вышли. Ну, область у нас все равно была не там, не в область орбите. У нас была в хорошем... Тобто Колесников лишився після Вілкула. Він... У нас эта область как-то не так уж сильно не коснулась, потому что все-таки руководство здесь достаточно... в общем, мы все-таки поддерживали друг друга, подставляли друг другу плечо. Облгосадминистрация поддерживала очень города все. То есть мы двигались в одном направлении. Ну, как бы у нас здесь, во всяком случае, было более-менее, я вам скажу. Коли... По сравнению с другими областями. Це дійсно так. Ну, тому що якось це було в орбиті Ахметова, Вілкул. Під ним якось вони там стримували зазіхання стоматолога і інших. Якщо взяти, коли ви працювали на посаді заступника мера, можете назвати ось за ці 9 років, найбільше досягнення, там 3-5 найбільших досягнень, здобутків, які вам приємно про них згадувати, які там працюють і існують зараз. От що було зроблено за 9 років? Я можу і більше назвати. Ні, ну, вот часу. Давайте так, я просто очень, ну, я по своему первому образованию технарь, поэтому я очень такой человек конкретный. Для меня очень важно, как поставлена цель, какой инструмент выбран для того, чтобы этой цели достигнуть, и когда будет результат. То есть я на самом деле человек очень конкретный. Вот для того, чтобы сказать, что было хорошего, надо понять, а с чем мы сравниваем. То есть если мы сравниваем с Советским Союзом, то я вам скажу, что... Там в социальной сфере было получше. Ну, давайте вот с теперешние часы. А вот если с теперешним часом, тогда давайте. Вот тогда я начну с цифр, как я вам, ну, как бы предлагаю. Смотрите, вот я уходила в 2015 году, у нас бюджет города был 2,8 миллиарда, потом 3 миллиарда. На сферу культуры выделялось 140 миллионов. Это почти 5%. 4,8% это самый большой показатель на тот момент, больше Львова. На Украине, в Днепре, на сферу культуры, а это на фундаментальную культуру. То есть это не на фестивали уличные погулять, это тоже, кстати, надо, а это на развитие, то есть это на музыкальное образование, на развитие музыкальных школ, на профессиональные конкурсы. Это стратегические задачи, которые отдачу приносят через 10 лет, через 10 лет, через 20. То есть это то, что дает Украине будущее, это интеллект нашей нации, это культура, это образованность нашего народа. Вот представьте себе, сегодня мы имеем почти 16 миллиардов бюджет, ну там 15,3, да, вот да. Сейчас по 25 сентябрю по внесению в бюджет изменений, ну 15,5 миллиардов гривен имеем бюджета. А знаете, сколько на культуру? 139. Так вы мне скажите, 4,8% и 0,7% по отношению к бюджету, это сейчас не видно. Потому что вкладывание денег, что значит, сколько давали? Меньше стало. Представьте, в 5 раз.
Если соотношение бюджета города 15 миллиардов и 3 миллиарда к соотношению той же самой цифры 140 миллионов, то это в 5 раз меньше. За бюджету стали давати там в процентному відношенні менше. Процент? Але якщо там порівняти, скільки давали тоді, скільки, ну, ну що значить скільки? Виросла жизнь, в три рази ушел курс долара, змінилась ситуація, змінились комунальні услуги. Тобто, на самом деле, систему культури ставили на виживання. Да, стоп. Я, ну, не чорна, я говорю, не чорна і біла. Я не скажу, що культура там погано себе почуває. Ми регулярно там куст, культурна столиця, регулярно вони там через постійно вони роблять якісь заходи. Культурна столиця, тобто там в Авіньйон ось поїхали. Я зараз говорю не об активістах від культури, а я говорю о професіоналах. Я возвращаю вас к професіоналам. Я, наприклад, вважаю, що для культурної столиці це класний проект. Для іміджа міста, для статусу, для нашого, ну, скажімо так, розвитку, для привлечення молодих і талантливих людей в культурологічній сфері, для можливості реалізувати себе через ці проекти. Це класний проект. Ну, наприклад, що таке фестиваль книги, да? Ну, це ж супер. Да, це... Это мирового уровня имиджевая фишка. Что такое джаз-фестиваль, да, или джаз на Днепре? Ну, это же супер, это же классно. Это визитная карточка, может быть, Днепра. Потенциально он может стать там Новым Орлеаном, там, с городом. Абсолютно правильно. То есть это даст целое направление в дальнейшем. Это классно. Все это приведет, то есть это надо делать. За это культурной столице большое спасибо. Но я говорю сейчас немножко о другом. Я говорю, а вы чего тогда сэкономили на музыкальных школах, на своих театрах? Вы же мне добавили. Вы же, смотрите, вы 15 миллионов провели на джаз на фестивале. Мы же все... То есть, смотрите, закончится эта каденция, придут другие депутаты, этих точно уже не изберут. И тогда станет известно то, что сегодня нельзя увидеть. Почему, допустим, на ваш фестиваль тратится 15 миллионов и на все музыкальные школы, на все их развитие, на все фестивали их, там 7 миллионов. То есть, стоп, 15 миллионов, я к примеру сказала, простите меня, дорогие, да, я же знаю, как они раскиданы на разные коммунальные предприятия, вы их же в одном месте не... То есть, классно научилась тусовка городская, сегодняшняя, чиновничья, прятать свои траты. Но это время тоже пройдет, потому что придут вашего возраста молодые люди в следующий городской совет, и все это вывернут наизнанку. На фестиваль хочет прийти больше людей, провести там 1-2 дня больше, ніж людей хоче віддати свою дитину у музикальну школу. А мы вообще сейчас с вами говорим о фундаментальных вещах. Безусловно. Безусловно, на фестиваль погулять придет больше. Но для того, чтобы у нас когда-то родился Паганини, он должен иметь возможность дойти до этой музыкальной школы. Хорошо, про культуру не хотите. Я просто, ну, не... Ну... Например, библиотека. Ну, с этим... Ну, называется центральная, то есть міськая библиотека, она... Ну, система библиотек должна, конечно же, в ближайшее время измениться. Так кажется всем, что библиотеки надо закрыть. Туда никто не ходит. Ну, лондонскую библиотеку никто не закрывает. Туда ходят люди. Конечно. И на районах, конечно. В районе також, на Червонокамні. Ну, зачем ее закрывать тогда? Такие никто не планует закрывать. Но ну, дай бог, если помещения снова не пригодятся. А куда делись клубы школьников? Зачем их закрыли? А куда делись центры социальные, которые занимались, ну, психологической поддержкой малообеспеченных детей, куда тех же атошников? Их помещения проданы. Смотрите, есть вещи плюсовые, которые 100% мог сделать только такой, ну, я считаю Филатова очень талантливым человеком. Очень талантливым. То есть это, ну, его не зря выбрали городским головой, и так и вообще руководителями не становятся зря. Або він, або вілку, коли більше голосували. Дело даже не в этом. Дело в том, что не бывает, что просто так человека вынесла волна там на высшую точку. Это для чего-то всегда делается. Человек имеет определенный внутренний багаж того, чего он может отдать людям. Вот отдаст он или не отдаст, это мы посмотрим с вами, ну, там. Ну, через какое-то время. Сейчас покажу. Вот, я вам на цифрах привожу примеры. То есть я просто вам хочу сказать, что есть профессиональные вещи, на которые государство должно тратить.
тратить, потому что никто, никакой инвестор частный, никакой фонд, еще там Сороса, не дай Господь, не будет развивать то, что нужно для нации. А для нации нужно, чтобы дети были образованными, чтобы дети имели элементарные культурные задатки, то есть они имели возможность реализации. Ну, это может только делать социальное государство. Ну, діти ж самі мало хто хоче навчатися. Это вам так кажется. Ну, я сам був дитиною, я там так. Я навчався на 4, на 5, але ходити кожного дня до школи, отримувати домашні завдання робити, я не любив. Ніхто навіть самі там навчені діти, вони також цього не любили. Смотрите, задача вообще нашей прекрасной территории, огромнейшей на территории европейского там континента, ну, чтобы нас стало здесь поменьше, чтобы мы были побольше дебилами, и тогда вообще пусть даже дети не рождаются. Вы мне, я не хочу никого обидеть, я просто хочу сказать, что есть фундаментальные вещи в социальном государстве. Другое дело, что не городская власть в этом одна виновата. У нас не стало социального государства. Я вам приведу пример по спорту. Я же еще и за спорт отвечала. Вот у нас со спортом было так. Во время, после советского вот этого периода, на протяжении десятилетий на спорт махнули рукой и вообще ими не занимались. Школы пришли в занепад, школ стало мало, тренеров вообще мы порастеряли. Очень многие виды спорта вообще ушли из Днепропетровска. Ну, Мартынов рассказал, что водные лыжи у 90-х взагалі занепали, и потом он же их відновлював. И сейчас, например, в Днепре там водные лыжи. Это как раз да. Теперь за 10 лет у него лучшая команда. А между прочим, это он сделал вместе с городским советом. То есть там 50 на 50, потому что кроме его личных усилий и денег, которые он тратили, там был еще весь чиновничий аппарат спортивный задействован, там были деньги городского совета, там была коммунальная собственность, там была создана специальная школа, на это выделили деньги, штаты, стали ее финансировать, чтобы дети тренировались. То есть вот когда такое происходит совмещение, это класс. Вот я вам опять же про спорт говорю. У нас из Днепра ушла, например, женская гимнастика. Ее вообще не стало. Здесь когда-то была классная школа. В Спартах є біля парку Глобус. Я не про художественную гимнастику, я говорю, спортивная гимнастика. А це де без обручів? Ну, без... это без... Да, это ну, брусья. Лілія Подкопава. Да, да, Лілія Подкопава, це спортивна... Это нет, это художественная гимнастика. Я вам говорю, вот брусья, бревно, вот знаете, вот такое. Подкопаева, Лилия, 96-й рік, Атланта, это спортивная гимнастика. Ну, спортивная гимнастика. И она пришла, я не услышала. Она никуда у нас, я вам говорю, про Днепр. У нас не стало. У нас закрыли эту школу, у нас ушли тренеры, как и сейчас фигурное катание. Очень-очень многие тренеры разъехались. А знаете почему? А потому что не было школы, школу закрыли, она была профсоюзной, ее перестали финансировать, тренеры ушли за несколько лет, и все, и был целый провал спортивной гимнастики. Мы сначала восстановили для мальчиков, а потом открыли для девочек. Вы знаете, что наши ребята сегодня днепровские, чемпионы Украины по спортивной гимнастике, маленькие детки. Потому что для того, чтобы они стали чемпионами, должно пройти 10 лет. Школа должна вырасти, 10 лет работать, чтобы потом стали чемпионами. То есть, если бы 10 лет назад не начали им помогать... Ничего не было. Да. Але, тим не менше, Ірина, як і спорт, там, спортивна гімнастика пішла з Дніпропетровська, так іде і нас час. У нас... Мы добегаем его. Кстати, на спорт выделяют столько же, сколько и тоже, извините меня, 128 миллионов. Как и 5 лет назад. Какие у вас прогнозы на развитие гуманитарной сферы у Днепре и у держав, и у Украины загалом? То есть, на больше там, 5-10 років. Яке бачення? Я думаю, что мы, как всегда, находимся в этом переломном промежутке, который уже 25 лет происходит. Я думаю, что если хватит у городского руководства смелости и духа выкинуть все коррупционные схемы, если хватит у него, у городского руководства духа начать вкладывать не просто в фестивальное развитие, что тоже надо делать, а закладывать на
ну, на десятилетие ливневками заниматься. В этом последнем измене до бюджета сентябрьском 600 с лишним миллионов вкладывается в уставные фонды коммунальных предприятий лысинковых. Я вам как чиновник расскажу, что их не на программы записывают, а в уставные фонды вкладывают. А потом они вытрачают. А потом они их как хотят тратят. А знаете, сколько на гуманитарную сферу добавили? Ну, если у вас есть лишние деньги, ну, как вы думаете, сколько? Да не, ну, там, копейки. То есть добавили 30 миллионов или 33 миллиона, из них там копейки пошли на гуманитарную сферу, остальные на программы некоторых депутатов. Беспечно, школа. Все знаем, кто за этим стоит, как это делается. То есть вот если уберут коррупционную составляющую, а ее придется убрать, то есть жизнь все равно заставит. И если вот этот ритм, который они разогнали, нового, классного, современного, то, чего есть сегодня в Днепре, раньше этого не было, если это придется все это состыковать, то тогда, я думаю, Днепр останется, как он всегда и был, классным городом. Вам велике спасибі. Я сподіваюся, що саме так і буде. Всі будуть про Дніпро, до речі, ну зараз, я переконаний, говорять більше в плані фестивалів, в плані заходів, які тут відбуваються, ну, гуманітарної сфери, більше, ніж казали, наприклад, там 10 років. Його більше згадують в всеукраїнських ЗМІ. І будемо сподіватися, що гуманітарна сфера буде далі розвиватися. Вам велике спасибі, було дуже цікаво. Спасибі, і обов'язково приходьте ще раз, тому що все ми ось рідно не переговоримо. Запрошуйте. Да. Сьогодні в гостях у нас була Ірина Зайцева, заступник міського голови Дніпропетровського у 2006-2015 роках. На все добре, до побачення.